Ну, запись пошла. Еще раз здравствуйте. Мы в прошлый раз, значит, разбирали аксиому выбора и должны были доказать, что есть три эквивалентных утверждения. Одно из них – это аксиома выбора, одно – это лемма Цорна и одно – это теорема Цермела, так? Вот. И, значит, что мы там сделали? Мы нарисовали три импликации, замкнули это все по кругу, и цель наша была доказать вот эти три импликации. Ну, и две мы доказали, а одна осталась. И вот вы сказали, не надо вам самостоятельно это изучение оставлять, надо, чтобы я доказал. Ну, давайте тогда вместе аккуратно это все не торопясь докажем. Поехали, да? Так, значит, я единственное уберу окошечко с видео, оно у меня немного экран закрывает. Так, вот. Значит, так, а что мы там с вами сделали? Значит, у нас есть аксиома выбора. У нас есть лемма Цорна. И у нас есть теорема Цермела. Вот. Мне почему-то помнится, что у нас с вами осталась вот такая стрелка. Вот эту стрелку мы не обосновали, так? А обосновали мы вот эту и вот эту. Смотрите, пожалуйста, верно я помню, так? Да, все да. Все верно, да? То есть вот это вот у нас есть. И вот это вот у нас есть. Вот. Ну, давайте напомню, значит, в чем состоят вот эти вот утверждения. Аксиома выбора в чем состоит? Что мы для любого семейства непустых множеств, вот хотел сказать, можем, да, построить. Нет, не можем построить, а для любого семейства непустых множеств существует такая функция, которая каждому множеству семейства сопоставляет элемент из этого множества. То есть вот такая функция f, что f от x обязательно принадлежит x. Вот. И вот эти вот x, они это не пустые множества вот, из некоторого семейства множеств. Дальше. Теорема Цермела, она в чем состоит? Что вот любое множество, любое, можно вполне упорядочить. То есть можно так задать порядок, да, вот, что будут выполняться все необходимые условия. Это теорема Цермела. Ну, и мы посмотрели там вроде бы следствие, которое отсюда получается, да? Вот. Значит, дальше. Лемма Цорна. В чем состоит лемма Цорна? Вот это нам надо, потому что мы хотим из аксиомы выбора получить лемму Цорна. Давайте я, значит, лемму Цорна тогда напишу. Итак, лемма Цорна. Вот. Что это за утверждение? Значит, она говорит следующее, что пусть у нас имеется частично упорядоченное множество, вот оно, x, причем оно обладает вот каким свойством. Любая цепь вот в этом множестве x имеет верхнюю грань. Частично упорядоченное множество, причем любая цепь в x имеет верхнюю грань. Вот. Значит, тогда что получается? Тогда вот в этом частично упорядоченном множестве существует максимальный элемент. Тогда во множестве x с этим порядком существует максимальный элемент. Вот что утверждает лемма Цорна. Вот. Ну, вот такая вот тут штука. И нам ее надо получить из аксиомы выбора. Ну, поехали, будем доказывать. Так, есть ли вопросы по формулировкам? Да, надо напомнить, что, вот, что такое максимальный элемент, там, верхняя грань. Помните это все?
Но это много времени же не займет просто. Да, ну давайте. Верх, недра. Значит, во-первых, цель. Да, что такое цель? Это некоторое подмножество множества x, которое линейно упорядочено. Вот. То есть, причем в смысле вот этого порядка. Дальше. Верхняя грань что такое? Верхняя грань – это такой элемент, вот, что все элементы нашего подмножества, ну, в данном случае цепи, они вот меньше или равны вот этой верхней грани, то есть меньше или равны вот этого элемента. Дальше. Что такое максимальный элемент? Максимальный элемент – это такой элемент в множестве, что больше этого элемента элементов не существует. Вот. То есть вот если мы рассмотрим, давайте другим цветом нарисуем, вот если мы рассмотрим какое-то частично упорядоченное множество, да, дерево какое-нибудь нарисуем, вот, скажем, вот такое вот дерево нарисуем. Вот. У нас вот здесь вот это вот будут максимальные элементы, так? Вот. Ну а цепи какие есть? Ну, например, я могу рассмотреть вот в качестве примера цепи, например, вот эти вот два элемента. Они образуют цепь, да? И смотрите, вот у этой цепи есть верхняя грань. Какая? Их даже много. Вот верхняя грань, вот верхняя грань, вот верхняя грань. Это так ведь получается. И, значит, что у нас получается? И вот этот элемент, он тоже, вот все элементы цепи меньше или равны вот этому элементу. То есть получается, что здесь вот у цепи верхней грани много. Но если вы, например, рассмотрите вот эту вот цепь, такую, да, вот, то здесь что у вас получается? Здесь у вас верхняя грань только одна, это вот этот самый последний элемент. Вот что такое верхняя грань вот этой цепи. Вот. Ну и вот Лемма Цорна утверждает, что если любая цепь по множеству x имеет верхнюю грань, то в этом x существует максимальный элемент. Ну, в случае конечного множества сложностей никаких не будет, это, конечно, оно будет так, просто в силу конечности все получится. Вот. Ну, а в случае бесконечных множеств, ну, вот тут надо доказывать. Да? Ну, контрпример, давайте, уж раз пример я приводил, давайте контрпример приведу. Контрпример. Контрпример можно вот что взять. Можно взять вот множество x, которое частично упорядочено, но там не любая цепь будет иметь верхнюю грань. Возьмем множество натуральных чисел. Вот. Множество натуральных чисел, и вот порядок у них, вот я стрелочкой вот так нарисую, да, и так далее. То есть у нас 0, меньше 1, меньше 2, меньше 3, и так далее. Вот. Так вот, здесь какие-то цепи, конечно, имеют верхнюю грань. Ну, например, вот если я рассмотрю цепь, скажем, вот такую, от 0 до 2, здесь верхняя грань есть. 2 годится, 3 годится, 4 годится. Это все нам годится. Но дело в том, что все множество натуральных чисел, все, оно верхней грани не имеет. Вот. То есть если мы возьмем в качестве цепи все множество, оно здесь линейно упорядочено, верхней грани нет. Вот. Поэтому Лемму Цорна применить нельзя. И поэтому утверждать, что существует максимальный элемент, мы в этом случае не можем. Но его действительно нет. То есть вот в этом случае максимального элемента нет. Вот. Но бывает так, что максимальный элемент, тем не менее, есть. Поэтому давайте вот и к этому, то есть контрпример к контрпримеру. Да? Значит, это вот как. Возьмем, например, вот такую штуку. Вот пусть у нас вот здесь вот получаются натуральные числа, вот так вот они пошли. А вот здесь вот я просто еще один элемент нарисую. И, значит, внизу маленькие элементы, вверху те, которые побольше. Смотрите, здесь вот цепь, вот эта вот, если мы ее возьмем, левую вот эту цепь, она не имеет верхней грани. Вот. И поэтому условие Леммы Цорна не выполнено в этом случае. И мы не можем утверждать, что в этом случае существует максимальный элемент. Мы не знаем. Так вот, в данном случае он есть. Вот максимальный элемент. Он просто находится на другом, вот, в другом месте. Да? Он в эту цепь вообще никак не попадает. Вот. И поэтому получается, что когда условие Леммы Цорна не выполнено, он может как существовать, так и не существовать. Вот. Розовый пример показывает, когда его нет, красный показывает, когда он.
Ну, я думаю, что мы сейчас уже очень подробно обсудили вот то, что здесь происходит. Да? Можно, наверное, начать доказывать. Ну, если вопросы какие-то есть, задавайте. Вот. Ага. Ну, я тогда к доказательству. Вроде нет вопросов, да. Вроде нет. Ага, спасибо. Вот. Я тогда к доказательству перехожу. Давайте, докажем. Вот, докажем. Значит, что нам, как нам это доказать? Докажем от противного. От противного. То есть предположим, что у нас вот есть частично упорядоченное множество, оно удовлетворяет условия Лебница-Орна, но при этом максимального элемента не имеет. Итак, пусть вот, это частично упорядоченное множество, удовлетворяющее условию Лебница-Орна, но не имеющее максимальных элементов. Ну, максимального элемента, то есть ни одного. Ну, и тем самым максимальных элементов там нет. Вот. Удовлетворяет условию Лебница-Орна, то есть вот, это что означает? Что, вот я вернусь назад, да, смотрите. Любая цепь в X имеет верхнюю грань. Вот. То есть вот это условие у нас выполнено для x. Здесь любая цепь имеет верхнюю грань. Вот. Ну и давайте мы теперь покажем, что это приведет нас к противоречию. Вот. Но тут технически некоторые все-таки выкладки придется сделать, поэтому доказательство не будет таким коротким, как вот те стрелочки, две, которые были в прошлый раз. Ну, поехали. Значит, что мы сделаем? Вот будем говорить, да, что у нас цепь С, цепь С в X назовем, так, значит, нет, плохо так. Извините, это я сотру. Плохо так. Вот давайте вот сделаем. Пусть С это цепь в X. Вот. Элемент X малое из X назовем строгой верхней грани. Назовем строгой верхней грани вот этой вот цепи С. Вот. Если для всякого С маленького из С большого, вот это С маленькое строго меньше вот этого X. Вот. Ну, здесь идея какая? Вот если я вернусь к картиночкам назад, вот. Вот, например, вот в этой вот длинной розовой цепи из трех элементов строгой верхней грани просто нет. Вот, потому что здесь единственная верхняя грань – это вот этот вот элемент, и он равен себе, то есть он не может быть меньше себя. А вот здесь вот, вот в этой маленькой, да, обведенной розовой цепи, даже целых три строгих верхней грани. Вот эти все три элемента – это строгие верхние грани. Так. Ну вот, ввели такое понятие. Что мы можем сказать? Поскольку у нас, значит, нет максимального элемента, да, то получается, что всегда есть элементы больше. Поэтому какую бы цепь мы ни взяли, у нас получается, что множество строгих верхних граней этой цепи будет не пустое. Вот. Тогда обозначим его. Обозначим. Вот так, пси от С. Это получается, что множество всех строгих верхних граней вот этой вот цепи С. Вот что мы сделаем. И получаем, что вот это множество не может быть
вот, пустым. Значит, и тогда мы можем сделать вывод, что псих от С точно не пусто для любой цепи С. Вот. Ну, надо доказывать, понятно, почему оно не пусто. Ну да, понятно. Да, понятно, потому что для каждого элемента есть, да, строго. Да, потому что есть строгая верхняя грань для каждого С у нас должна. Да, да, да. Вот. Значит, и теперь что мы сделаем? Мы можем рассмотреть вот такое множество S. Это множество всех вот этих пси от С. Ну, где С пробегает множество всех цепей. То есть С это цепь в X. Ну, я сказал множество, конечно, поторопился. Надо вообще-то еще доказать, что S это множество. Вот. Почему S это множество? Ну, давайте поймем. Вот мы S, нам достаточно показать, что S содержится вот в чем-то, что является множеством. Ну, например, S содержится, чем можно сказать даже строго содержится, в множестве под множество, множество x. Согласны? Вот. Поэтому отсюда следует, что S это множество. Вот. Так, значит, теперь что мы можем сделать? У нас мы доказываем вот эту вот лемму Цорна, выводим ее из аксиомы выбора. Поэтому мы предполагаем, что аксиома выбора у нас справедлива. Да? Давайте это я вам напишу. Предполагаем, что аксиома выбора принимается. Да? Принимается. Вот. Ну и тогда что? Мы аксиому выбора в результате можем применить. Вот, и мы можем применить, например, его вот к этому S. Что это означает, что вот мы применим? Существует функция, да, вот, которая выбирает из каждого вот этого S, из каждого элемента S, да, что-то. Верно? И тогда что получается? Вот у нас есть цепь C. У нас есть функция пси, которая сопоставляет ей вот, вот этой цепи множество ее строгих верхних граней. И у нас есть по аксиоме выбора функция, которая из множества верхних граней выбирает какую-то одну верхнюю, строгую верхнюю грань. Вот. Если мы композицию этих функций возьмем, то есть вот функция какая? Значит, место тут. Давайте я другим цветом напишу. Значит, у нас есть функция выбора. Да? Вот f, которая вот что делает? Она вот этому вот множеству c сопоставляет какой-то элемент, то есть принадлежит вот это вот c. Вот, вот что происходит. И тогда получается, что если мы теперь композицию вот этих вот двух функций возьмем, то мы в результате каждой цепи сопоставим некоторую ее строгую верхнюю грань. Вот. То есть вот пусть, да, тоже здесь напишу пусть, и сопоставляет, значит, эта функция, сопоставляющая c, ее строгую верхнюю грань. Вот. Вот то, что нам здесь нужно. Вот. Значит, как это фи устроено? Это композиция вот этих функций. То есть нужно сначала c сопоставить пси от c, а потом берем f. То есть фи это просто композиция функций f и пси. Так. Ну, это, я думаю, понятно. Вот. Двигаемся дальше. Значит, что мы теперь можем сказать? Вот мы же хотим противоречие получить. И вот противоречие вот как будет получаться. Мы построим очень большую цепь, которая просто заставит нас выйти за пределы вот этого множества x. Сейчас, а можно вопрос? Да. Я не, вот, в конце да. Не понял. Сейчас пси это функция или что это? Пси, значит, это вот что такое. Это просто мы обозначили так множество. Да? Ну да, потом вы говорите, что это берем композицию функции. Ну, конечно, она получается как функция.
Почему? Ну, потому что, смотрите, значит, если у вас есть уже цель, так, то мы можем выбрать множество всех ее строгих верхних граней. Ну и что получается? Значит, мы можем мыслить вот это множество как результат действия некоторой функции, которая вот этому c просто сопоставляет множество всех верхних граней. Угу, спасибо. Да, понятно, то есть из множества цепей во множество, ну, понятно, некоторых под множество, да? Угу. Да-да-да, вопрос хороший, правильный. Ну, то есть композиция вот этого вот, вот этих вот двух функций, это функция φ, которая ставит в соответствие цепи ее какую-то одну строгую верхнюю грань. Да, вот давайте я напишу. Значит, а пси – это тоже функция выбора получается? Да, не выбора. Не выбора. Так сейчас она же ставит... Сейчас она же из множества c. А, нет, все, хорошо. Она не выбора, она что делает? Она цепи сопоставляет множество элементов, причем вполне четко определенное. Это множество всех строгих верхних граней вот этого c. Понятно, да, что делает пси? Да, понятно. Да, то есть пси, а c это просто множество, и мы четко определяем, что это за множество. Вот. Вот. А вот φ, а c, вот можно ее вот так задать. Так, ну вот, двигаемся дальше. Значит, теперь вот что мы сделаем? Мы введем временно вот какое определение, которое нам для доказательства понадобится. Вот пусть s это некоторое подмножество множества x. Будем говорить, что S, ну, некоторое хорошее, давайте будем говорить, что S корректное, если выполнены вот какие условия. Первое условие состоит вот в чем, что у нас вот если мы возьмем вот это вот S и возьмем тот порядок, который был в X, то есть индуцированный порядок на S, то вот это множество будет вполне упорядоченное. Вот. Значит, это первое должно, то, что должно выполняться. Да, подчеркиваю, X может не быть вполне упорядоченным, поэтому вот сюда X может, в общем-то, и не попасть. Вот. Дальше. И вот еще одно условие, которое выполняется, вот какое. Оно вот такое хитрое. Значит, для всякого элемента x вот из этого s должно выполняться следующее. X равен, я сейчас напишу и вот скажу, что это означает. Фи от s x-овая, вот это тот же самый x, где вот это вот s x-овая, это вот что такое. Это начальный отрезок, вот который задается вот этим вот x, но не в x большом, а в s. Поэтому я не использую тоже обозначение x с чертой. То есть можно было бы написать вот здесь x с чертой, но в s. Значит, это что такое тогда получается? Это получается множество таких s маленьких из s, которые строго меньше вот этого x. Вот. Вот такое условие должно выполняться. И вот если вот эти два условия выполнены, мы вот это множество s будем называть корректным. Угу. Вот. Ну, наверное, примеры надо корректных множеств привести, что они вообще в принципе есть. Ну, наверное, очевидное корректное множество. А что у нас получается? Давайте, корректное множество. Вот. Пустое множество, конечно же, будет корректным. Да, смотрите. Оно вполне упорядочено, потому что здесь любое непустое подмножество имеет наименьший элемент. Тут нет ни пустых подмножеств. Ну, и для любого x из пустого множества выполнено вообще все, что угодно, потому что этих x здесь тоже нет. Вот, поэтому это у нас подмножество получается корректное. Ну а дальше понятно, надо просто φ применять. То есть следующее корректное множество, которое мы можем получить, это надо φ применить к пустому множеству. Вот. Дальше что получится? Ну, наверное, надо вот к
этому ко всему тоже применить будет фи от пустого множества и фи от чего? От множества, состоящего из вот этого. Опа. Вот. Да, ну и так далее. Да? Ну, смотрите, вот давайте для этого, да, посмотрим, почему оно корректное будет. Оно вполне упорядочено, но это понятно. Значит, и для любого x из s, да, вот что бы мы ни взяли, а вот мы берем только вот этот вот элемент, он должен быть, как получим, что это фи, примененное к s от x, так? Вот. Ну вот x это пустое множество, ну и вот мы как минимум все и применим. Так. Значит, ну что, теперь, значит, когда вот мы это определили, нам нужны свойства вот этих вот множеств. Ну давайте вот это я, наверное, на новый слайд перейду, потому что тут будет что доказывать. Вот. И, значит, итак, свойства корректных множеств. Вот. Два свойства вот будут интересны. Первое свойство вот какое. Если множество S и T корректно, то обязательно одно из них это начальный отрезок другого. То S это начальный отрезок T или T это начальный отрезок S. Вот. Это первое условие. Второе, вот что нам нужно доказать, что если мы возьмем корректное множество, ну, какое-то множество корректных множеств, то когда мы их объединим, снова получится корректное множество. Значит, объединение любого, ну, нехорошо говорить множество, давайте семейство, да? Если будет. Ну, совокупности тоже нехорошо. Обычно слово семейство используют. Любого семейства корректных множеств. Это тоже корректное множество. Тоже корректное множество. Вот. Ну, если не нравится слово семейство, можете написать множество. Объединение любого множества корректных множеств. Это тоже корректное множество. Вот. Но вот тут придется, конечно, вот это вот сейчас нам доказать. Тут техническое некоторое рассуждение будет. Но зато, когда мы это докажем, мгновенно мы получим уже, ну, завершим доказательство нашей импликации. Поехали. Значит, нам нужно доказать первое, да? Ну, как доказать? Да, от противного тоже. Противного. Вот. Предположим, что они не являются начальными отрезками друг друга. Предположим, что S и T не являются начальными отрезками друг друга. Друг друга. Вот. Ну, что тогда мы сделаем? Значит, хотя они сами не являются начальными отрезками друг друга, у них могут быть какие-то общие начала, но дальше они где-то расходятся. Вот. Ну, давайте точно определим, что такое общее начало. Значит, вот G – это общее начало. Начало S и T. Если, ну, во-первых, G должно содержаться в пересечении S и T, вот, значит, и является как начальным отрезком S, так и начальным отрезком T. Если вот это и, значит, G начальный отрезок S, и начальный отрезок вот этого T. Вот. Значит, теперь что мы сделаем? Ну, давайте все общие начала объединим. Вот пусть
Это просто объединение всех общих начал. Начал S и T. Вот. Ну, теперь, значит, вопрос. Вот само вот это И в результате будет общим началом или не будет? Как вот? Очевиден здесь ответ? Ну да, вроде бы оно будет. Конечно. Значит, тогда смотрите, И это тоже общее начало. Вот. S и T. Вот. Ну, то есть это И это объединение всех G. Да, это объединение всех таких G. Вот. И это объединение, просто обычное объединение всех таких G. Ну и, конечно же, и это тоже будет общее начало, потому что для всех этих G выполнены нужные условия. Ну и если вы возьмете теперь, значит, вот элементы из вот этого вот и, ну, оно должно попасть, элемент должен попасть в какой-то G, там для него все условия выполнены, поэтому получается, что для и тоже все условия выполнены. Вот. Поэтому и это будет общее начало вот этих вот S и T. Ну и что получается? Значит, какие у нас возможны случаи? Ну, и может совпасть с S или с T. Ну, тогда все доказано. Так? Вот. Значит, если I равно S или I равно T, ну, то все мы с вами получили. Так? Вот. Значит, ну и возможен вариант, когда, значит, вот это не так, да? То есть второй случай, когда вот если и не равно s, и не равно t. Вот что тут в этом случае делать? Вот это вот нам надо тогда посмотреть. Ну давайте посмотрим. Значит, тогда у нас получается, что если мы вот из S уберем вот это I, множество получится не пустое. Если мы из T уберем вот это вот I, то тоже множество получится не пустое, правильно? Ну, а вот раз множество не пустое, то мы можем просто взять в этом случае что? Наименьшие элементы. Вот. Значит, итак, пусть вот S маленькая, это наименьший элемент во множестве вот это вот S большое, без I. Вот. Ну а соответственно, пусть T маленькая, это наименьший элемент во множестве T, в котором нет вот этого I. Вот, значит, что тогда? Что мы тогда можем сказать? Вот смотрите, для всех наименьших элементов у нас что получается? Вот. Они попадают в начальные отрезки, правильно? Потому что мы что убрали? И это у нас объединение всех общих начал. Так? Вот. И вот эти вот элементы S, T, они уже туда не попадают. Но все меньшие, вот, они туда попадают. Поэтому какой вывод мы можем сделать? Вот если мы возьмем начальный отрезок S, который определяется элементом S малое. Вот S, вот этот вот такой вот S большой, который определяется вот этим элементом S малое. Что мы в этом случае получим? Ну, понятно, мы в этом случае просто I получим. Вот. Если мы возьмем T, которая, то есть начальный отрезок вот этого T, да, мы тоже получим в этом случае просто I. Ну и вывод какой получается? Что вот эти вот два множества у нас просто равны. Вот. Ну и тогда что? Теперь можно воспользоваться
в этом случае корректностью. Да? Значит, у нас мы рассматриваем корректные множества. Ну, а в силу корректности мы можем какой вывод сделать? Что у нас вот это S маленькое, это есть фи от вот этого. S от S маленького. Ну, а соответственно, значит, T маленькое, это есть фи вот от этого множества. Вот что у нас должно получиться. Но поскольку вот эти множества у нас равны, то тогда мы можем сделать вывод, что в этом случае у нас просто S маленькое равняется T маленькому. Значит, в силу равенства вот этих вот множеств. Эти множества у нас равны. Вот. Ну и что тогда получается? Если мы вот этот элемент, теперь, который то ли S, то ли T, это одно и то же, добавим вот к этому I, да, то есть рассмотрим вот это и объединенное, ну вот с элементом, ну неважно там кого я напишу, t, например, вот, объединенное вот с этим элементом t, которое оно же самое s маленькое. Что у нас получится? Это будет общее начало вот этого s и t. Вот что у нас получается. Но обратите внимание, значит, мы расширили объединение всех общих начал. И тогда получается, что как же такое произошло? То есть вот это, оно уже должно содержаться в объединении. А если бы оно содержалось в объединении, мы бы не смогли вот эти S и T найти как наименьшие элементы вот за границами этого объединения. То есть мы здесь получаем противоречие. Значит, получается, что и объединенное вот с этим t, это собственное расширение. Собственное расширение вот этого i. Это нам дает противоречие. Так. Ну, а что мы предполагали? Давайте посмотрим. Ну, то есть проблема у нас возникает в том, что i объединенное с t не равно i. Правильно? Да, да. И да. Значит, что у нас объединение всех общих начал на самом деле не объединение всех общих начал. Да, и объединение не содержится. Вот в чем проблема. Вот с этим противоречием. Да? Оно должно содержаться. Да, потому что является объединением. Да, то есть явное противоречие, вот если мы хотим в явном виде получить, вот два утверждения, которые противоречат друг другу. Одно говорит, что не содержится, мы это доказали, вот оно. А другое, оно содержится по определению и. Вот. Понятно, да? И вот эти вот два вместе, они дают нам противоречие. Так, ну увидели, да? Смотрим, что мы предполагали. Мы предполагали, что ни одно, что и не равно ни s, ни t. Значит, оно равно. Вот. Ну и получаем мы вот тоже, что все у нас вышло. Ну и в результате мы доказали первое условие. Вот. Значит, первое условие я вернусь, да, что вот если у нас есть два корректных множества, то одно из них обязательно является начальным отрезком второго. Вот что должно произойти. Так, теперь надо доказать второе. Значит, нужно доказать, что объединение любого семейства корректных множеств тоже является корректным, верно? Вот, и здесь вот надо пойти так. Это я случайно. Вот, и здесь надо вот будет проверять там выполнение вот этих свойств. Вот. Ну что, поехали. Второе доказываем, да, что объединение любого множества корректных множеств это тоже корректное множество. Так. Второе. Ну, давайте докажем второе. Значит, что тогда? Нам нужно вот множество всех корректных множеств обозначить, объединение как-то обозначить. Значит, пусть у нас сигма это множество всех корректных множеств, ну или семейство всех корректных множеств. Ну и в качестве у возьмем объединение
вот этих вот объединений вот этого сигма. Вот. То есть вот мы взяли объединение корректных множеств. Так, подождите, не всех. Вот это я плохо сказал. Не всех. Вот это слово, пожалуйста, зачеркните. Это я ерунду сказал. Объединение каких-то корректных множеств. Каких-то, не обязательно всех. Вот каких-то. Наша задача доказать, что объединение семейства корректных множеств снова корректное множество. А все они там или не все? Нет, вот здесь про это ну, не утверждается. Там не такое утверждение. Вот слово «всех» там отсутствует. Так, ну, что мы можем с вами сказать? Значит, давайте рассмотрим вот какое множество. Значит, «у», и на нем зададим вот тот порядок меньше, который у нас был. Что мы можем сказать? Значит, по пункту 1, что у нас получается? Да? Вот пункт 1. У нас множество вот эти все являются начальными отрезками друг друга. Да? Поэтому если мы их сейчас объединим, то вот это вот то, что получится, это линейно упорядоченное множество. Вот. Дальше что? Ну, очевидно, нет вот этого. Сейчас, подождите секунду. Да, я не утверждаю, что оно вполне упорядочено, вот линейно упорядочено. У нас сейчас. Ну, давайте докажем. Давайте докажем. А сигма у нас семейство корректных. Да. Вот. Значит, ну вот что нам нужно? Вроде бы да, потому что у нас же сигма это... Но все вот эти вот корректные, они же все линейно упорядоченные вроде бы. Ну да, тогда у нас получается... Упорядоченных мы линейно упорядочим легко. Да, значит, есть множество, что x попало в одно из них, правильно? А y попало в другое, так? Вот. Но они же являются начальными отрезками друг друга, так ведь? Поэтому надо взять из них наибольшее, то есть если t больше у нас, чем s, то получается x, y попали в t. Если s больше, чем t, то x, y попали в s, правильно? Ну да. Да? Значит, возьмем наибольшее из них и воспользуемся тем, что оно вполне упорядочено. Так ведь? Да. Ну и все получается. А раз оно вполне упорядочено, то получается, что x, y мы можем сравнить. Вот. Поэтому вот это множество, оно оказывается линейно упорядочено. Мы любые два элемента можем сравнить вот за счет того, как мы его получили, как мы его образовали. Так. Дальше. Значит, что еще? Следующее, что утверждает. Значит, это вот первое. Да? Следующее утверждение, которое давайте тоже поймем. Вот если у нас S принадлежит вот этой сигме, так, то это будет начальный отрезок U. Начальный отрезок вот этого U. Ну, очевидно, это не очевидно. Нет, ну очевидно, конечно, потому очевидно. Что мы так просто У составили. Да, мы его так составляли, поэтому вот это вот будет у нас, конечно же, вполне. Значит, не буду доказывать, это понятно. Так? Ну и теперь нам остается показать, что вот У вполне упорядочено. Да? Ну давайте, значит, осталось доказать. Значит, теперь нам нужно доказать, что вот это вот У, это вполне упорядоченное множество. Ну, давайте посмотрим. Значит, что мы сделаем? Пусть у нас есть какое-то y, это подмножество u. Вот, и y у нас не пустой. Вот. Значит, что мы можем тогда сделать? Возьмем...
определен элемент какой-то из y. Вот. И s вот из этой сигмы, ну, в которое вот этот y попал. Такое что? Y попал вот в это вот. Да? Что тогда у нас получается? Тогда получается, что, ну, во-первых, S с Y это дают нам не пустое пересечение. Вот. Ну, там Y маленькое. И еще получается, что вот это множество должно быть вполне упорядочено. И S, пересеченное с Y, оно у нас вполне упорядоченное множество. Ну, вот из-за S, так? Вот это понятно? Сейчас, дайте минуточку. Да-да-да, конечно. Тут такие неторопливо нужно это все понимать. Ну, мы хотим доказать, что вот в этом y есть наименьший элемент. Так? Сейчас. А почему s, пересеченное с y, это вполне упорядоченное? Ну, а давайте посмотрим. Значит, как у нас определяются вот эти вот... Да? Так, где? Вот, потому что мы изначально брали множество корректное. Помните? А, да. Вот. Да, если у нас корректное... Да, и поэтому, если вы возьмете любое его подмножество, ну а куда оно денется? Оно останется тоже вполне упорядочено. Да, все понятно. И, значит, а когда вы берете пересечение с Y, вы, по сути, берете какое-то подмножество. Вот, ну, да, это какое-то подмножество S, а S у нас вполне упорядочено, значит, его подмножество вполне упорядочено. Да. Все, разобрались, да? Вот. Значит, получается, что вот если мы... S пересечем вот с этим Y, это будет вполне упорядоченное множество. Дальше что? Значит, ну, теперь давайте посмотрим, что мы с вами можем сказать про вот это вот S. Да? Так, не про S, а про S, пересеченное с Y. Вот. У нас, поскольку это множество вполне упорядоченное, значит, здесь есть наименьший элемент, правильно? Значит, мы можем взять в этом случае какой-то элемент x, который есть наименьший, где? Вот в этом множестве. Согласны? Ну да, просто по определению. Да, причем он принадлежит вот этому s, вот этот элемент. Дальше. Теперь пользуемся вот чем, что S – это же начальный отрезок, ну, в том числе вот в этом U. Так? Ну, как мы U получили? Мы же объединение всех таких взяли. А они начальные отрезки друг друга. Поэтому у нас получается, что вот этот вот S – это начальный отрезок U. Извините, а у нас это не по условию было, разве? Вот у нас вот, ну, то есть, как мы получили, что это начальный отрезок в U? Ну, то есть, мне казалось, что это как бы было, у нас так было взято, что у нас вот все вот такие вот S, это начальные, ну, отрезки. Смотрите, вот у нас есть вот этот пункт, да, вот этот второй. Смотрите, да. Если S принадлежит сигме, да, мы заметили, что это начальный отрезок U. Да. Да? А зачем, ну, второй раз это заметил? Нет, я хочу этим сейчас воспользоваться. А, все, извините. Да, то есть я не отмечаю это новым пунктом, а я просто хочу этим пользоваться. У нас это уже есть отмечено. Да? Значит, S – это начальный отрезок в U. Так ведь получается? Вот. Значит, что получается? Отсюда, конечно же, следует, что вот этот вот элемент X, он будет наименьшим и в Y. То есть это будет наименьший элемент в Y.
Вот. Ну вот у нас, давайте вот я изображу, конечно, плохо геометрически, да. Вот у нас есть вот этот вот S, да, начальный, вот я его отрезком нарисовал, так. Y, он не может вот туда вот прийти. Он вот где-то вот, если будет, ну вот так вот, вот этот Y, он вот, вот здесь ляжет, так. И если мы в S, пересеченном с Y, то есть давайте я красным цветом обозначу, вот в этой части, да, выбрали наименьший элемент в S, пересеченном с Y, поскольку S начальный отрезок, так, то есть Y не может вот туда, ну, меньше начала вот этого уйти, то вот этот вот элемент, который мы выбрали наименьший в пересечении, он будет наименьший в самом Y. Вот. Понятен вот этот момент? Вроде да. Вроде да. Значит, тогда мы получили, что вот этот вот элемент будет наименьшим элементом Y. Но где это все происходит? Это происходит в нашем множестве, вот этом вот, вполне упорядоченном. То есть, в смысле порядка вот этого U. Ну и смотрите, что получилось. Мы взяли непустое подмножество U и показали, что там есть наименьший элемент. То есть вполне упорядоченность доказали? А сейчас, а у нас почему вот это подмножество, которое вот мы взяли пересечением, это произвольное? То есть мы любое так можем взять? Сейчас. Сейчас. Ну, то есть у нас же любое подмножество U должно иметь наименьший элемент, чтобы... Да, вот мы взяли любое, смотрите, у нас Y, да, смотрите, вот Y, это подмножество U, какое-то, не пустое. А, все, 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 да, вот мы взяли какое-то подмножество U, и оно у нас имеет, доказали, что оно имеет минимальный элемент. Наименьший, 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 да. Здесь коллизия в обозначениях мин означает не минимальный, а наименьший. Вот. А для минимального нет обозначения. Ну, все понятно, да, вот это рассуждение. Ну и что? Вот мы показали, что это вполне упорядоченное множество. Что осталось-то показать? Осталось показать, что оно какое? Да? Что-то там с корректностью связано, нужно посмотреть. Да? И следующий пункт. Вот что докажем. Значит, нужно доказать. Вот такое вот утверждение, что для всякого x из множества u у нас выполняется вот какое условие. X это есть фи от начального отрезка, который задается вот этим x в u. Вот что нужно показать. Давайте я назад вернусь, где это написано. Так. Определение. Вот оно. Вот второе, вот это вот условие. Обратите внимание. Да, смотрите, для любого x из s должно выполняться вот это. Где вот это sx, это начальный отрезок, но внутри s. Так. Я сейчас вернусь туда, на тот слайд. Там. Да, можно? Я возвращаюсь. И вот, вот оно, это же самое условие, второе. Вот оно написано, только теперь надо для U его показать. Ну, давайте покажем. Да? Значит, что получается? Ну, пусть у нас вот этот x принадлежит U. Да? Что тогда? Раз x принадлежит U, U это объединение сигмы, да? Значит, получается, что вот этот x принадлежит какому-то S. Тогда у нас существует S, что вот этот X принадлежит S, правильно? Вот. Дальше что? Теперь, что будет с начальными отрезками? Вот если мы возьмем начальный отрезок в S, который определяется вот этим X, и начальный отрезок в U, который определяется этим X, ну понятно, что это будет одно и то же, потому что вот S это сам по себе начальный отрезок вот этого U. Так? Вот это вот понятно? Да, да.
Дальше. Для S у нас выполнено вот что. Для S у нас выполнено, что X равняется phi от начального отрезка. Это у нас есть. Но поскольку S X равняется у X, то получается, что это то же самое, что я вот так напишу. А это как раз то, что нам и требовалось. Смотрите, вот это вот, это как раз то, что нам и требовалось. Все, второй пункт доказан. Ну и в результате что у нас получилось? Мы доказали вот наши два утверждения. Значит, давайте я вернусь, мы еще раз на них посмотрим. Значит, если у нас есть два корректные множества, то одно это начальный отрезок другого, это первое свойство. И мы использовали вот это первое свойство, чтобы на самом деле второе доказать, оно нам будет важно. Что когда мы объединим семейство корректных множеств, мы снова получим корректное множество. Вот у меня такой вот вопрос вдруг возник. А вот почему у нас фи получается функциональным? Ну, то есть мы же там вот как из аксиомы выбора говорим, ну, то есть, что вот мы какой-то элемент выбираем. Да. То есть, ну, у нас получается, что фи может иметь несколько значений, то есть не обязательно. Значит, это вот как. Не фи может иметь несколько значений, а может оказаться... Ну, фи вот от... Фи от вот от S от X у нас может принимать несколько значений. Почему вот это не так? Ну, то есть это же тогда не функция. Нет. Значит, вот смотрите, у нас может быть несколько разных фи, но каждая сама фи – это функция по определению. Ага, все, понял. То есть... все понятно, да? Да. То есть мы это фи... функция выбора. А вот самих функций выбора может быть миллион и еще одна. Ну и даже больше. Понятно, да? Да, понятно. Вот. Но когда функция вот, взята, все, эта функция, она функциональна по аксиоме выбора. Аксиома выбора гарантирует, что такая функция есть. Вот. Так, ну, разобрались, тут все ясно. Вот. Так вот, я сейчас буду вот этим вторым пунктом пользоваться. Вот. Первый, он, в общем-то, для второго был нужен. Смотрите, что нам теперь осталось сделать. Значит, у нас есть множество x, да, помните? Вот. Значит, у нас есть множество вот это вот x со своим порядком. Так? Дальше. Теперь в нем есть вот эти вот корректные подмножества. Так вот, пусть теперь вот будет всех. Сигма это уже теперь будет множество всех. Я просто поторопился там написать всех. Множество вообще всех, даже вот подчеркну. Теперь всех корректных подмножеств x. Корректных подмножеств. Вот в этом x. Вот теперь берем их все. Значит, тогда в качестве u возьмем объединение. Значит, u это равно объединение всех вот этих вот корректных подмножеств, которые у нас есть. Так? Значит, что получается? Мы с вами доказали, что в этом случае u будет вполне упорядоченным. Так? А раз оно вполне упорядочено, то оно цепь. Значит, мы доказали, что U – это вполне упорядоченное множество. Да, давайте вернусь на предыдущем слайде. У нас есть. Вот, мы доказали, что это вполне упорядоченное множество. В частности, отсюда следует, что U – это цепь. Так? А вот теперь воспользуемся нашей вот этой вот фи. Вот. Значит, тогда получаем, что U имеет строгую верхнюю грань. Вот. Возвращаемся в самое начало. Тут, пока мы вот в этих всех деталях разбирались, мы могли забыть. Ну, вот. Давайте вернусь, да? Смотрите, вот я вернусь сейчас в самое начало. Вот, мы доказывали наше утверждение от противного. Помните, мы сказали, что вот x это частично упорядоченное множество, так? Но мы предположили, что максимального элемента нет. А это значит, любая цепь у нас имеет строгую
верхнюю грань, хотя бы одну. Мы взяли множество всех строгих верхних граней, ну и с помощью функции выбора выбрали какую-то одну из этих граней. И вот это вот φ от c, это вот какая-то строгая верхняя грань для цепи c. Вот, вот мы что там сделали вначале. Так вот, поскольку у нас u – это частный случай вот какого-то c, это линейно упорядоченное множество, то есть c, получается, что у нас есть φ от u. То есть я теперь вот это φ хочу применить к u. Поехали. Вот. Значит, тогда получается, что у нас есть вот эта строгая верхняя грань, и вот эта строгая верхняя грань, например, мы можем взять в качестве строгой верхней грани, например, φ от u. Вот. Ну и теперь что нам нужно сделать? Тогда нам нужно рассмотреть вот какое множество. Мы вот к этому u добавим, ну понятно что, да? Множество, состоящее из одного вот этого элемента. Так, вот рассмотрим такое множество. Что про него можно сказать? Это будет собственное расширение вот этого U, правда? Ну да. А у нас U это что такое по определению? Это объединение всех, да? Корректных множеств. Может оно иметь собственное расширение, которое тоже будет? Это же корректное множество, смотрите. Да, то есть получилось корректное множество, которое, ну, не расширяет входит в объединение всех, которое не входит в объединение всех корректных множеств. Ну, ерунда, ну, правильно? Есть противоречие, да. Противоречие. Значит, вот это вот нам дает, конечно же, противоречие. Ну, такое же, как вот и до этого там в рассуждении было от противного, да, что вот это вот должно включаться вот сюда, получается, а с другой стороны наоборот происходит. Вот. И вот тут противоречие. Ну и все, раз мы получили противоречие, значит, что получается? Мы что-то неверное предположили. Да? Ну давайте я вернусь сначала. Я по слайдам сегодня бегаю туда-сюда. Давайте вернемся в самое начало. Значит, мы предположили, что у нас есть частично упорядоченное множество, так, удовлетворяющее условию Лемма-Цорна, но не имеющее максимального элемента. Так? И мы привели вот это предположение к противоречию. Так? Значит, что, может существовать такое множество? Ну, нет, конечно. Вот. Ну, и тем самым я ставлю значок конца доказательства. Вот. Уже теперь вот это утверждение. Ну, длинно получилось и технически хлопотно, но в прошлый раз был запрос такой, чтобы мы разобрали все в деталях. Вот все в деталях. Вот. Ну, из трех вот этих импликаций это действительно самая такая вот она долгая по обоснованию. Вот. Ну, так. Ну вот, если вдруг все-таки кто-то не понял вот здесь вот этих рассуждений, тем более мы где-то вот какие-то кусочки сказали, что, ну, понятно, и не стал я доказывать, ну, там доказательство полстрочки. Вот. Вы можете посмотреть вот в тех файлах, которые я выложил в нашей Google папке, там в конспекте лекции Льва Дмитриевича Беклемишева вот, доказательство вот это приведено, поэтому можно посмотреть, как там это все доказано. Вот. И если сомнения есть, вот можно их развить, использовать. Ну что, вот все, тогда получается мы доказали, вот с учетом вот этой последней импликации, да, что из аксиомы выбора следует Лемма-Цорна, мы доказали, что эти три утверждения эквивалентны. Вот. Поэтому, когда мы рассматриваем аксиоматику Цермяла-Френкеля вместе с аксиомой выбора, ну, вместо аксиомы выбора можно добавлять на самом деле одно, вот любое из этих трех утверждений.
Есть ли другие утверждения, которые эквивалентны? Есть. Их довольно много. Вот. Просто вот лемма Цорна и теорема Цермьяла, но это такие достаточно вот, удобно сформулированные утверждения, которыми часто пользуются для того, чтобы вот, ну, доказать какую-то теорему. Вот. И бывает удобно не сама аксиома выбора, а вот какая-то одна вот из этих теорем. Вот. Ну, лемма Цорна – это тоже теорема. Вот такая тут штука. Так, вот что касается теории множеств, именно вот такой доказательной части, в лекциях я бы хотел на этом и остановиться. Вот. Значит, что хочу добавить к этому ко всему? У вас еще есть задачки, которые на семинарах вы рассматриваете. Вот обратите там внимание, я там много очень задачек включил, связанных с ординалами. Вот. И что позволяют делать ординалы? Я вот сейчас расскажу, но я думаю, на семинарах, когда будете разбираться, вы это увидите. Вот у нас самые простые ординалы, давайте я вот их напишу, это пустое множество, множество, состоящее из пустого множества, множество, состоящее из предыдущих двух и так далее. Вот, значит, это у нас 0, 1, это 2, там дальше будет 3, 4 и так далее. Вот если мы дойдем до ординала омега, который является объединением всех предыдущих, то есть от 0 до конца, да, вот всех предыдущих, значит, и это давайте тоже напишу, это объединение получается чего? Вот всех, которые, ну, плохо сейчас, конечно, будет написано, таких альфа, да, что альфа вот меньше омеги. То есть я омегу использую вот здесь для определения омеги. Так нехорошо делать. Но тем не менее, это объединение всех предыдущих. Вот. Значит, у нас есть такая штука, это математическая индукция. Вот почему математическая индукция возможна? А дело в том, что если вы вот здесь рассмотрите какое-то подмножество, ну давайте я вот так напишу n, n плюс 1 и так далее. Вот если мы... А, не туда их написал. Эх. Вот. Вот здесь надо написать m, n плюс 1 и так далее. Да? Вот. Так вот, как у нас происходит индукция? Мы рассматриваем какое-то множество, да, элементов, которые оказались, я вот сейчас порядковую индукцию буду, про порядковую индукцию разговор, элементы, которые оказались меньше, ну вот, интересующего нас. Да? И, допустим, мы какое-то утверждение доказали для них, для всех, так уже, то есть, ну, или предполагаем, что оно справедливо, и нам удается сделать вывод, что оно справедливо и для этого элемента. Тогда мы говорим, что это утверждение справедливо для всех натуральных чисел. Так вот, что такое вот этот вот элемент? Да? Что такое этот элемент? Получается, это вот как этот элемент определяется. Это наименьший элемент во множестве, которое не попало вот, в число тех, для которых утверждение уже справедливо. То есть смотрите. Значит, вот у нас, если в терминах ординалов говорить, вот мы берем все ординалы бета, которые меньше нашего ординала альфа. Вот мы все такие взяли. Так? И, допустим, мы какое-то утверждение для всех таких бета уже доказали. Вот. И это у нас, давайте пока считать, что это натуральные числа. Так вот, если мы отсюда делаем вывод, что и для альфа это утверждение верно, тогда мы говорим, что утверждение верно просто для всех натуральных чисел. Получается индукция. Так вот, оказывается, что можно аналогично поступать и для вот, вполне упорядоченных множеств. То есть, если мы докажем, что какое-то утверждение справедливо для всех меньших, а отсюда сможем сделать вывод, что справедливо и для данного, то получается, что вот
мы можем доказать, что оно справедливо для всех элементов нашего множества, лишь бы множество было вполне упорядочено. Вот. Ну и вот такие рассуждения, они получаются благодаря как раз, хотите аксиоме выбора, хотите, значит, теореме Цермела, хотите Лейн-Мицорна, для любого множества вообще это можно сделать. Почему? Дело в том, что теорема Цермела, она говорит, что любое множество можно вполне упорядочить. Вот. Поэтому всегда можно придумать такой порядок, когда удастся в любом подмножестве находить наименьший элемент. То есть, в частности, в любом подмножестве тех, которые мы еще не рассмотрели, то есть для которых мы еще не обосновали, что утверждение наше является верным, мы можем тоже найти наименьший элемент. И вот надо показать вот таким рассуждением, типа, вот когда мы делаем индукционный шаг, что и для этого элемента наше рассуждение тоже верно. Такая индукция называется трансфинитная. Вот. Причем здесь ординалы. Почему я сказал, что вот стоит обратить внимание здесь на ординалы? У вас там есть такая задачка. Вот я сейчас не помню, 9 или 10 в последнем вот в файле. Ну, он к прошлому еще был семинару. Ну, и вот поскольку там задачи остались, то и к этому семинару, ну, вот на этот семинар тоже эти задачи, ну, они остаются, их надо решить. Вот, там есть вот какая задачка. Нужно доказать, что любое вполне упорядоченное множество изоморфно некоторому ординалу. То есть для любого x, которое вполне упорядоченное, существует альфа ординал такой, что x изоморфно вот этому альфа. И получается, что вот если мы разберемся, как устроены ординалы, что там у них происходит, мы можем разобраться с любым множеством x, если его предварительно вполне упорядочен. Так вот, теорема Цермела, да, давайте мы сюда вот применим теорему Цермела. Теорема Цермела. Значит, что вот эта вот теорема говорит? Она говорит, что какое бы x мы ни взяли, уж полный порядок-то, да, вполне упорядоченный на нем, мы можем утверждать, что существует оно. Существует вот вполне упорядоченнее вот этого x. А как только мы это сделаем, получается, мы сможем применять вот такого сорта рассуждения, и мы сможем проводить трансфинитную индукцию. И тогда получается, что вот эта вот идея математической индукции, ее можно распространить на все множества вообще. Единственное, прежде нужно задать вот такой вот специфический порядок и вот воспользоваться им и вот это утверждение доказать. Так вот. Как задать порядок на каком-то произвольном множестве, непонятно бывает вообще. Ну, например, вот если у вас есть множество действительных чисел, так, вот на множестве действительных чисел обычный порядок меньше. Это, конечно, линейный порядок, но это не вполне упорядоченное множество. Не является оно вполне упорядоченным. И вот если вы хотите ко множеству действительных чисел, ну или к другому какому-то континуальному множеству, или там не только континуальному, гиперконтинуальному и так далее, применять вот эту вот идею, вам нужно все-таки задать какой-то новый порядок. То есть нужно взять R с каким-то новым порядком, вот, чтобы это было вполне упорядоченное множество. И вот фокус в том, что никто этого порядка не видел, то есть никто его не задавал. Как? Конструктивно. То есть никто его явно не определял. Как это сделать, непонятно. Аксиома выбора, она позволяет доказать, что он есть. Но она не дает способа его построить. И тогда возникает вопрос, так если мы не видим этого порядка, если мы не знаем, как же мы будем применять, значит, вот, метод трансфинитной индукции, если мы даже не знаем, в чем этот порядок. Вот. Так вот, применяется он так. Значит, один вариант. Мы просто знаем, что какой-то порядок есть. И просто вот, ну, вполне возможно этого достаточно.
А другой вариант, что мы можем рассмотреть, вот с учетом вот этой вот задачи, которая у вас есть, мы можем рассмотреть некоторый ординал, да, вот я его обозначу, например, гамма, да, который изоморфен вот этому, изоморфен вот этому R, да, с каким-то вполне упорядоченным, то есть вот с каким-то порядком, который дает нам здесь вполне упорядоченное множество. И тогда получается, вот можно, здесь-то мы знаем, как все устроено, вот, здесь у нас меньше соответствует принадлежности, то есть у нас альфа меньше бета, это означает всего лишь навсего, что альфа принадлежит бета. То есть здесь мы, ну, хоть как-то понимаем, что такое вот этот полный порядок на ординалах. Это отношение принадлежности. Вот. Ну, опять, это тоже по большому счету не нужно. Нам достаточно вот этого изоморфизма. И иногда вот этот вот изоморфизм, он позволяет вот эту трансфинитную индукцию провести. Значит, где тоже можете вот это посмотреть? Это задачки 15 и 16, которые вот в этом файле с задачами. Вот если вы будете их решать, их удобно решать, применяя вот эту вот идею. Вот. Но уж явно вы будете трансфинитную индукцию использовать или неявно, вот это уже вот как будет у вас на занятиях, это я не знаю, но вот обратите на них внимание. Вот. Ну вот это то, что я хотел добавить вот темам, которые вы последние мы изучили. Вот. На этом я хотел бы уже теперь все окончательно закончить теорию множеств, но и дальше мы к логике перейдем. И вначале там будут вообще очень простые темы, вот, но я надеюсь, потом, вот, через несколько занятий, мы рассмотрим темы более интересные. Так, а давайте, наверное, у меня уже теперь видео, я могу включить. Вот. Значит, вот, может быть, по вот этой теме, по теории множеств, есть какие-то вопросы ко мне. У нас там по времени... А, ну у нас буквально пару минут осталось. Вот, я не буду новую тему сейчас начинать. Может, вопросы какие-то есть, спросите. Ну, если смогу, я отвечу. Ага, ну, вопросов нет, но задачки посмотрите вот на семинарских занятиях, может быть, вот эти вот задачки, они позволят, ну, немножко поглубже вот это все увидеть. Вот. Ну, ладно, тогда вот я предлагаю сейчас все закончить, вот, ну, если возражений нет, тогда со всеми прощаюсь на неделю. Спасибо, что пришли. Спасибо. Всего доброго, спасибо. До свидания.